Здравствуйте, друзья! Это 39-й выпуск моего города в Майнкрафте. Да, друзья. Сегодня первое обновление то, что я построил. Точнее, не построил, а поставил новые. Поставил новые шейдеры, которые стелс, но маленькая проблема в том, что у меня падает FPS. Тем более, когда я снимаю, у меня FPS там. То есть, шейдеры. Меня не очень хорошо чувствуют. При съемке, но средно это примерно 15-18 FPS или даже 16. Но давайте не будем затягивать резину. И самая основная фишка в том, что когда наступает в Майнкрафте ночь, она делает вот такую фишку, то есть вот так вот все это красиво становится. Здесь вот. Еще один плюс, то типа блок цветного стекла. Не полностью, если не половина блок стекла и плюс и окраска. Целый блок. Так, как лед выглядит. Так. Следующее оправление, которое сейчас находится рядом с городом, это водохранилище, да. Ну, или озеро. Вот, здесь ромашки были нафиг. Здесь ромашки. Я засаживал поле ромашек, но куда-то они подевались. Да и фиг с ними. Ладно. Вот озеро выглядит более красиво. И ночью дома становятся красивее. Здесь. Так, сейчас поставлю утро. Во! Вот, особенно смотрите, как выглядит телебашня отсюда. Величественно он. Несмотря на то, что облака не загораживают. Следующее обновление это пост ДПС, да. Вот, у нас есть такой вот пост ДПС, вот так вот выглядит. С шлагбаумами. Здесь вот трамвай будет под землей. Вот района ГИБДД по Яковлевску, то есть Москва района. Проспект Сашиновского 5. Здесь у нас какой-то маленький залив, типа как обезьянник. Здесь вот как бы место допроса, типа чувак кого-то сбил или в аварию попал. Дальше у нас типа пульт управления, здесь мы управляем шлагбаумом, типа опустить шлагбаум, поднять шлагбаум и книжечки вам. Ну и освещение. А, Макаракон, смотри, вы видите, какая вспышка была солнечная? Чё-то, когда я выхожу уже, сразу начинается вспышка. Свет вот такой вот. Ладно, идем дальше. Следующее обновление у нас ресторан «Белые лебеди» и магазин «Много мебели». Холодильник, печки и сиденья. Места в ресторане. Дальше у нас вот такой вот. Дальше у нас магазин «Много мебели». Здесь вот у нас здесь наименование товара. И касса. Здесь просто упаковывают мебель и оплачиваем. И покупатель оплачивает за покупку. Хотел еще раз увидеть детально вспышку. Если да, то 3, 2, 1. Опа, не удалось. Зато смотрите, как свечи выглядят красиво. Так, летим уже к обновлениям. Уже сплю. Был, да сплю. Посмотрите, вот красиво выглядит небо, дома ночью. Небо дневное, небо ночное, вода тоже. И я установил проблему с модом Web Displays. Поскольку когда я использовался шейдерами с SVLP, то у меня там была проблема с
с двумя модами. Это на оружие, то есть фон, и на интернет в Майнкрафте, веб-дисплейс. Вот, еще одно новое обновление. Это у нас школа номер 2 и магазин Пеплос, то есть одежда, и пятерочка. Магазин такой большой. Кстати, хочу добавить на заметку в то, что пятерочка, тем более, это третья. Ну, хотя нет, это четвертая пятерочка в городе. Тем более, 4 таких магазина пятерочек в городе. Так, здесь у нас такой вот коридор в школе. Здесь у нас столовая такая вот. По сути дела, ничего особенного. Здесь у нас контрольное блюдо. Что сдается. Так, служебное помещение. Кстати, вот здесь вот нужно было поставить экран, что типа для демонстрации. Ну, я потом сделаю. Духу. Так, дальше вот кабинет технологии, но там написано тут. Хотя это одно и то же. Здесь вот типа разные механизмы. Здесь типа поршень, редстоун, рычажки, кнопочки. Так, сейчас поставлю утро, чтобы было красиво, красиво выглядело. Один. Во. Вот так вот выглядит утро. Ну, красиво. Свечка. Здесь у нас просто парты. Ну, а здесь как бы полочки. Я сам не чешу для чего. И опять уже то же самое же. Труд. И, как видите, мы пробрались к другим кабинетам. Так. Ну, а дальше у нас спортзал. Здесь у нас такие вот гардеробы, ну, разделки. И дальше сам спортзал. Вот. Ну, даже у нас как бы склад. Здесь как бы лыжи берут. Хотя тут нужно, можно дверь сделать. Чтобы... Ну ладно, пофиг. Тем более, что выход через эту часть. Через главный вход. Дальше у нас вот такой вот гардероб. Такой большой. Много места. И дальше сами кабинеты. А вот здесь вот вход. Здесь еще один вход. Проход такой вот. И это уже со стороны станции метро Старфайрской. Вот здесь вот. То есть и здесь площадка, и здесь площадка. И еще одна площадка, которая рядом с вместе с главным входом. Надо будет еще там, еще площадку сделать и два экрана поставить на этих площадках. Ну, я спокойно говорю, поскольку там просто зря. Так, здесь у нас кабинет вот такие вот. Так вот, кабинеты все. Хотя, по сути дела, они одинаковые, так что смотреть нечего. Здесь у нас туалет. Так, тоже труд, который смотрели. И снова кабинеты. И снова туалет. Так, что на втором этаже? Вот, смотрим. Смотрим, так. Здесь вот кабинет звуча. И коридор через учительскую. Здесь вот кабинет медика. И дальше вот так вот коридор. Здесь у нас библиотека, актовый зал и кабинет директора. И лесенка.
А, это уже в состав в столовую. Так, медик, кабинет биологии, кабинет химии. Так. Так, здесь снова кабинеты. Ну, блин, какие же сюрпризы, ёк-макарёк. Так, здесь снова туалеты, тут смотреть нечего. И все. Так, зауч. Так, вот здесь вот. А, не-не-не-не-не-не. Смотрели здесь. Так, вот. И последний этаж. Ну, может последний, может. Ну, может последний, может и нет. Так, здесь снова кабинеты. Так. И снова туалет. Так, снова туалеты, кабинеты. Снова туалеты. Так, и еще один вон этаж. И уже, так сказать, с выходом на крышу. Вот. Красиво отсюда выглядит. Так. И здесь у нас снова кабинеты, кабинеты, кабинеты и туалеты. Ну, все, в общем. Так, дальше я через выход на крышу. Я ослеп. Оу. Так, ну и последнее, что осталось, это у нас магазин Пятерочка и Пеплос. Вот так вот магазин, тем более, что это магазин одежды. Ослеп. И Пятерочка. Хотя это такие уж Пятерочки в России. Вспышка через 3, 2, 1. Блин. Подгорал. О. Ладно, хватит уже. Ну, красиво выглядит. Особенно вот такой тень. И лицо какое-то потемневшее. Ну ладно, друзья, в общем, спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, не забывайте писать мне идеи в соцсетях, в комментариях. И всем пока.